Совет муниципальных образований Московской области призван координировать деятельность членов Совета по развитию финансово-экономической, правовой, организационной и территориальной основ местного самоуправления и обеспечивать эффективное взаимодействие муниципалитетов с федеральными органами государственной власти. С 2018 года председателем Совета является глава Ленинского округа Алексей Спасский. Сейчас мы все живем время непростое, нестабильное, которое обусловлено и началом специальной военной операции, но и самое главное – теми санкциями экономическими, которые введены против нашей страны. И большая часть работы муниципальной власти в этот период, она была связана именно как раз с этими событиями, с преодолением последствий. На заседании Президиума Совета муниципальных образований Московской области были подведены итоги прошедшего года и озвучены планы на год будущий. На встречу пригласили представителей IT-индустрии, презентовавших свои проекты, которые помогают эффективнее решать управленческие задачи. Разработки нашей компании прошли государственную регистрацию, внесены в реестр отечественного программного обеспечения. Собственные уникальные алгоритмы решения задач запатентованы. Основная экспертиза нашей компании сосредоточена на автоматизации процесса в сфере земельно-имущественных отношений и взаимодействия с Росреестром. Представитель известной юридической платформы «Консультант Плюс» представил проект, который призван помочь с правовой поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. В этот непростой момент, помимо того, что мы даем возможность доступа к правовой информации в виде нормативных документов, судебной практики, обязательно дать важный оперативно-консультационный материал, который бы, в свою очередь, позволил сотрудникам органов местного самоуправления в период частичной мобилизации осуществлять помощь, консультационную поддержку как самих призванных, так и членов их семей. Алексей Спасский рассказал присутствующим об участии в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, прошедшем в Нижнем Новгороде. На нем представители муниципалитетов из многочисленных регионов России делились управленческим опытом. Полезно.